Что такое дружба для представителей разных типов? Для конструкторов, центристов, рефлекторов? Ну, дружба для рефлекторов — это веселье, это интерес, это возможность друг друга впечатлять, производить какие-то совместные безумства. Она может быть очень скоротечной, но яркой. Она может загораться, потом тухнуть, потом снова загораться. Это дружба, в которой больше эмоций, больше чувств, нежели каких-то системных, обстоятельных действий. В этом смысле центристы — это люди, которые, когда дружат, они дружат ответственно, они пытаются понять другого человека, вот своего друга, они пытаются его поддержать, они видят в нем сложности, с которыми он сталкивается, они сопереживают ему. Это такая дружба, ответственность. Вот. Когда мы говорим про дружбу в мире конструкторов, то для конструктора дружба — это общность интересов. То есть другом становится тот человек, с которым интересно обсуждать то, что интересно данному конструктору. Вот. Если он интересуется там, спортом, то спорт. Если он интересуется философией, то философией. Это интеллектуальная дружба. Это такая, в этом смысле, возвышенная дружба умов. Вот такие бывают разные дружбы.